Осада и бомбардировки восточного Алеппо в Сирии – преступление исторического масштаба. Об этом в пятницу заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зеэд Раад Аль-Хусейн. Чиновник призвал отложить в сторону разногласий и поручить прокурору Международного уголовного суда разобраться в ситуации. Вооруженные оппозиционные группы продолжают обстреливать из минометов и других видов оружия жилые кварталы в западной части Алеппо. Но к подавляющему большинству жертв среди гражданского населения привели неизбирательные воздушные удары правительственных войск и их союзников по восточным районам города. Эти нарушения можно квалифицировать как военные преступления. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров озабочен ситуацией вокруг Алеппо. Джабхат ан-Нусра, Ахрар аш-Шам и еще другие организации, которые сотрудничают с ними, по сути дела саботируют усилия ООН при нашей поддержке, при поддержке сирийского правительства наладить поставки гуманитарной помощи в восточный Алеппо. Напрямую обстреливают те маршруты, по которым такая гуманитарная помощь может поступать. В пятницу Россия объявила о продлении гуманитарной паузы в Сирии еще на сутки с 8 до 19 часов 22 октября. Нормализация обстановки в районе Алеппо препятствует группе оппозиции и поддерживающей их силы, считает в Генштабе России.